Всем привет! Сегодня будем сравнивать два товара одинаковых после эксплуатации, ну, где-то 2-3 недели. Заказывали на заказывали в Китае чехол на мобильный телефон Lenovo. Вот чехол, когда пришел, он был вот такой вот. Вот такой вот, весь красивый такой, хороший такой. Вот такой вот, вот прям идеальный, можно сказать. Вот тут вот все вот, просто супер такой вот. Классный чехол, можно сказать, да. И после двух недель использования, ну, то есть пользовались телефоном, этот красивый вот чехол стал вот таким вот. Вот такое вот качество. Вот. Тут вот все уже отпадает. Тут вот в середине, как вы видите, просто какая-то бумага непонятная. Вот такой вот чехол стал. Тут вот такое вот. Вот видите. Можно сказать, товар некачественный. Возможно, где-то делали его в подвале. Вот такое вот. И это всего-навсего после двух недель использования. Ну вот, не знаю, делайте выводы сами, думайте, покупать ли там такие чехлы. Ну, в принципе, этот же чехол мы могли бы купить и у нас, только уже с наценкой в 100-200%. И так же самое было бы, такое же самое разочарование в самом товаре, что, можно сказать, зря потраченные деньги. Ну вот как-то так. Вот такой сегодня, можно сказать, обзор сравнения. Мы будем и дальше вам делать обзоры уже из тех заказов, которые пришли, которые по ссылке уже пришли, и уже мы ими пользуемся. И через некоторое время будем показывать вам, какое было до использования, какое пришло и какое уже стало оно после использования через некоторое время. А вы будете делать выводы, стоит ли покупать или, возможно, стоит ли купить дороже немножко тот или иной товар. Ну, как-то так. Все, на сегодня все. Всем спасибо. До новых обзоров. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Будем рады помочь ответить на ваши вопросы. Всем пока.